Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я предлагаю вам связать вот такой красивый, очень женственный джемпер нежным ажуром от хитон Нишида. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. На моем канале уже очень довольно достаточно много мастер-классов по ее узорам. И, в общем-то, я понимаю, что это довольно популярная тема. И не случайно, потому что ажурный узор от Хитоми Шиде, это японская мастерица, уже много десятилетий на пике популярности. Итак, как всегда, в нашем мастер-классе будет схема узора, выкройка. Естественно, мы вязать узор не будем, поскольку мастер-класс по узору этому я делала ранее, и будет ссылочка под видео. И, в общем-то, мы с вами, я составила описание, и будут у меня в этом мастер-классе моменты вязания. Пошаговое описание процесса вязания будет отражено в этом мастер-классе. Итак, мои хорошие, начинаем, соответственно, с выбора пряжи. И далее я вам начинаю рассказывать, как вязать этот джемпер. Схема узора, еще раз ее показываю, она есть в мастер-классе узора, но и в этом тоже мастер-классе, в этом видео, я думаю, она будет уместна. Вяжем этот узор в мастер-классе по узору, и ссылочка будет под видео, да? Ну, я не буду больше заострять внимание, рассказывать об этой схеме, о знаках, условных обозначениях. В общем, все это вы уже имеете, мои хорошие. Поэтому сразу перейду к выкройке. Выкройка модельки вот такая у нас. Смотрите, это 44 размер вот у меня. Мы вяжем на 44 размер. И, в общем-то, все расчеты тоже я делаю в этом мастер-классе. Так, что далее? Про описание. Описание я составила буквально вчера, но вязала я вроде бы как по нему, да, определяемую плотность вязания в мастер-классе. И вертикально я вам рассказываю, зачем нужна. Я делаю прям по выкройке с применением плотности на ваших глазах. Составляем описание вязания, да, то есть я рассказываю, как распределить узоры равномерно и так далее. И далее идут видеоматериалы по вязанию этого джемпера, мои хорошие. Я рассказываю, что, как последовательность действий. Подробно объясняю, как я собирала, сборка у меня идет подробная в моем мастер-классе. В общем, давайте будем смотреть все последовательно. Возможно, вам пригодится этот мастер-класс. А если у вас уже есть опыт, вы самостоятельно вполне свяжете это изделие. Итак, мои хорошие, вот такая выкройка у меня для данной модели я подобрала. Для 44 размера у нас ширина будет спинки и переда 47 сантиметров. И я умножаю все это дело на плотность 1,75, получаю, смотрите, 47 сантиметров ширина спинки на плотность 1,75 по горизонтали, получаем 82 петли, да? То есть мы будем с вами на спинку и перед рассчитывать на 82 петли. Это сырая цифра, более детально мы сейчас посмотрим, когда распределим узоры, да? Также аналогично, смотрите, я расчет делаю по вырезу горловины 12, половинчатый размер, а у нас 24. Я умножаю на 1,75 плотность, 42 петли приходится на горловину, плечо 7
7 сантиметров, 7 я умножаю на 1,75 плотность, получаю 12 петель плечо, и пройма, ее глубина у нас составляет 4,5 петли, 4,5 сантиметра, и 4,5 сантиметра умножить на 1,75 петель, получаю вот число 8, да, ну 7,8, округляем 8 петель, мы будем с вами убавлять на пройму, глубину проймы. Так, и что, и делаем контрольный, так сказать, выстрел, чтобы у нас все сошлось. Итак, 42 петли, да, это горловина, плюс 2 плеча по 12, это 24 петли, вот я прибавляю, да, и плюс 8 петель с одной стороны проймы, 8 петель с другой стороны, это вот 16, 82 петли. 82 петли, все сошлось. Это такой грубый у нас пока с вами ориентир, так сказать, раскладка, раскладка попетельная, да, более детальная будет в описании. А сейчас еще нам необходимо с вами расположить узор. Раппорт узора 20 петель. Почему 20, а не 19, которые мы вязали? А потому что у нас вот здесь идет изнаночная. Я ее не стала добавлять, чтобы не путаться. Тогда нам пришлось бы и сюда добавить справа для симметрии изнаночную. Но я вам четко связала мотив, да, вот этот, на 19 петельках. А теперь, когда мы с вами распределяем раппорты, да, нам выгодно использовать эту изнаночную. И считать, что раппорт у нас с вами 20 петель. Поэтому я наши 82 петли, ну, 2 петли из них это кромочная, да, я распределяю попетельно. Значит, я делю их на 20 раппорт, на число петель в раппорте на 20. Наши 80 петель делю на 20, получается число 4. То есть у нас с вами умещается 4 раппорта по ширине. И вот эти 4 раппорта я схематично вот так всегда рисую. Да? 20, 20, 20, 20. Вот они последовательно идут. Плюс по кромочной справа-слева. И для симметрии я прибавляю справа одну изнаночную. Я говорила о ней, когда показывала вам вот эту схему. Да? Вы понимаете, о чем я говорю. Для симметрии здесь идет изнаночная, значит, и здесь она должна быть, чтобы рисунок смотрелся красиво, эстетично, правильно? Не кособокий был. Правильно. Вот таким у нас образом будет выглядеть с вами раскладка узора по спинке и по переду. Вы можете связать спинку исключительно изнаночной гладью. У нас здесь вот в узоре очень много изнаночной глади, да? Можно изнаночной гладь связать, не вязать ажур на спинке. Но это и, в принципе, плотность будет такая же. Видите, здесь очень у нас нет никаких особых переплетений. У нас вообще нет здесь переплетений, да? Поэтому ничего не стянуто полотно. Собственно, что лицевая гладь, что изнаночная, будет одинаковая плотность 1,75, да? То есть вы просто набираете 82 петли по спинке и вяжете изнаночную гладь. Вот и все. Будет красиво смотреться. По рукаву тоже так же можете связать изнаночную гладью. А можно пустить один раппорт по рукавчику. Но это мы потом с вами более детально рассмотрим. В общем, здесь вариантов очень много. И сейчас вот эти наши предварительные раскладки, да, по вязанию этого джемпера. И узорчик связан, плотность посчитана. Ничто не мешает нам с вами приступить к вязанию. Да? И вязание мы начинаем с набора петель. Резинка. У нас будет резиночка с вами. И я думаю, что резиночка будет 1 на 1. Я уже, девочки, начала вязать. Спинку набрала я, как мы с вами и рассуждали, 83 петли. И, в общем, 4 раппорта у меня сейчас. И я уже связала один раппорт в высоту. 4 раппорта узор, да, плюс 1 для симметрии изнаночной в самом начале и 2 кромочные. Итого 83 петли. Вот так выглядит мое вязаное полотно.
Вот. Высоту один раппорт уже связан. Очень красиво, мне очень нравится. Резиночка у меня связалась 1 на 1 на высоту 5 сантиметров. 5 сантиметров я сделала. Ну, вы там сами решайте, как можно 3 сантиметра, можно вообще 7 сделать. У меня вот 5 сантиметров, и далее идет уже узорчик сразу. Итак, девочки, подошло время убавок в пройме. Значит, я уже сделала одну убавку вот здесь, 5 петель убавила в изнаночном ряду. Это у нас был, значит, получилось 20 ряд у меня. Я сделала, значит, не 78 рядов, а я здесь сделала 79 рядов, получается. И начала делать пройму вязать, да? Так, и, в общем-то, сейчас у меня уже 21 ряд. Я опять 5 петелек справа делаю убавочки. Вот таким образом я это делаю. Раз, два, три, четыре, пять. Сделала 5 убавочек, и теперь смотрю по узору, что у нас тут должно получиться. Так, у нас кромочная, да, была. И у нас мы с вами выходим сейчас, собственно говоря, вяжем с вами 2 лицевые. Так. И изнаночная. Сейчас скажу сколько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 7 изнаночных. Так, 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных. А далее по схеме, мои хорошие, вяжем. Заканчиваем мы этот же ряд, да, девочки? Смотрите, также 2 лицевые, изнаночная. Переворачиваем на изнаночную сторону. И для скругления сейчас будем проймы опять убавлять 2 петли. Значит, закрываем. Раз, два. Закрыли, да? И далее вяжем изнаночный ряд, как смотрят петельки. Здесь у нас никаких проблем нет, да? Накиды, как помните, провязываем изнаночными. Продолжаем. Так, теперь у нас в 23-м ряду мы делаем также в лицевом ряду 2 убавочки. Раз, два. И продолжаем вязать нашим узорчиком. У нас идут 7 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да? И далее по узору 3 лицевые, изнаночная, 2 вместе лицевой, накид, изнаночная, накид. Ну, по схеме вяжем. Не буду показывать, да. Вяжем 23 ряд по схеме. Сейчас у нас здесь в изнаночном ряду опять будут бабочки. Так, девочки, связали 23 ряд, переворачиваем. В 24 ряду я сейчас начну делать убавочку. Нам осталось убавить 1 петельку. Вот я ее сделала. И далее продолжаю, как смотрят петельки в изнаночном ряду, вязать вот таким образом. По узорчику вяжем, да? Изнаночные привяжем изнаночные, лицевые лицевыми, накиды изнаночными. И, мои хорошие, в 25 ряду мы с вами начинаем, делаем последнюю убавку и продолжаем вязать. Вот я убавила еще одну петельку, и все. И вот что у нас с вами остается по узору. Изнаночная, изнаночная, 3, 4, 5, 6 изнаночных у нас осталось, да? Кромочная у нас получается так. И мы далее вяжем по узору с вами. Так, давайте по выкройке, девочки, сделаем сразу расчет. Смотрите, у нас, значит, общая
до горловины переда 51 сантиметр от начала вязания, а от планки вычесть это будет 46, значит здесь будет 49 у спинки высота. 49 надо умножить на нашу плотность 2,3. 49 умножить на 2,3, это будет 112 рядов. Да? Вот здесь надо записать, что вырез горловины спинки мы делать должны на 112 рядах. И это мы должны поделить на 30. Давайте поделим 112 на 30. Это число рядов в рапорте. И у нас получается 3 целых рапорта мы должны. То есть это 3 рапорта в высоту. И сейчас я вам скажу, 3 умножить на 30 это 90, да? А из наших 112 отнять 90, 22. Это будет 3 рапорта и 22 ряда. Вот так, мои хорошие. И смотрим. Вот смотрите, у нас уже с вами сейчас по схеме ориентируемся. Вот у нас с вами связано 2. Вот мы довязываем третий рапорт, да? Уже скоро, скоро мы придем вот к этим 112 рядам. Когда у нас будет 3 завершенных рапорта и еще 22 ряда по схеме. Будем делать с вами вырез по спинке горловины. Не забываем об этом, да? Руководствуемся мы не сантиметрами, а именно рядами. Горловина спинки у меня 42 петли. Я выделила эти серединные 42 петли. Вот здесь у меня плечо с одной стороны 12 петель и с другой 12 петель. Моя задача сейчас вначале закрыть 32 петли серединные, и затем в каждом втором ряду я буду закрывать вначале 3 петли справа-слева, потом 2 петли. Но мы будем сейчас вот провяжем серединные, да, петельки и каждую половинку будем вязать отдельно. Смотрите. Значит, начинаю я вязать с вами. Значит, с вами вяжем изнаночные. Раз, два. По узору вяжем. Вот отсюда у нас сейчас идет узор наш. И это 23 ряд. Вот отсюда начинаем. Вот, видите, я провела специально линию, чтобы мне было удобно вязать. Эти петельки мы с вами в пройме избавились от них, да? И узор у меня начинался вот отсюда, крайне правый, да? Вот, и вот сейчас мы отсюда вяжем. И доходим до серединных петелек. Значит, по узору вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше у нас по узору это изнаночные были, да? И потом у нас вяжутся 3 лицевые. Раз, два, три. Затем изнаночная. И здесь тоже у нас будет, девочки, изнаночная. То есть 2 изнаночные. И здесь у нас вот должны закрываться петельки, да? Сейчас будем с вами закрывать петли. Все. Маркер нам больше не нужен. Закрываем 32 петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, закрыли 32 петли. И вот эти 5 петель у нас остались, которые мы чуть позже будем. И опять вяжем по узору. Смотрите, по узору у нас здесь сейчас будут с вами 2 вместе, накид, изнаночная. Так, здесь опять у нас этот маркер, он нам просто мешает, он нам не нужен, мы и так разберемся. Так, затем опять идут 2 вместе, а нет, вру, накид,
2 вместе лицевой, изнаночная. Так, все правильно. Затем просто 3 лицевые идут по узору, 1, 2, 3, и до конца ряда вяжем изнаночные, включая кромочную. Это петли плеча. Так, переворачиваем наше вязание на изнаночный ряд, провязываем изнаночный ряд, как смотрят петли. Сейчас закрываем с вами 3 петли еще. Это скругление у нас выреза горловины. 1, 2, 3. И продолжаем снова по узору. Смотрим. Сейчас у нас 2 вместе лицевой, накид, изнаночная. Затем по узору делаем, накидываем 3-ю петлю на первые 2 и вяжем как лицевая, накид, лицевая. И до конца ряда идут у нас изнаночные петельки. Провязали. Так, переворачиваем. Снова у нас идет изнаночный ряд, как смотрят петли. Сейчас нам надо еще 2 петли закрыть. 1, 2. И должно остаться 12 петель плеча. Посчитать надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все правильно. 12 петель плеча у нас с вами остается. И продолжаем, мои хорошие, вязать. Продолжаем вязать, значит, по узору. Изнаночная, 3 лицевые и до конца ряда изнаночные. Так, переворачиваем. Изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. И теперь закрываем оставшиеся петли. 12 петель плеча закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, закрыли. Так, аналогично мы будем сейчас вязать с вами вторую часть отдельно, то есть обрезаем ниточку, все, и возвращаемся сюда, в эту часть. Итак, вот так у нас сейчас выглядят плечи и вырез горловины по спинке. Вот. И сейчас наша задача с вами перейти к вязанию переда. Он будет у нас абсолютно такой же, как и спинка, вязаться, но будет отличаться более глубоким вырезом горловины. Более глубоким здесь будет вырезом по выкройке. Посмотрите, видите, на 3 сантиметра будет глубже. Так, значит, вяжем до высоты. Вот у нас тут 46 сантиметров. 46 сантиметров. 46 сантиметров это будет у нас... Сейчас мы узнаем. 46 на 2,3 плотность по вертикали. Это будет 106 рядов, мои хорошие. То есть я сейчас напишу. 46 сантиметров это 106 рядов. И мы с вами ряды сейчас поделим, чтобы нам раппортами определиться. 106 поделить на 30 рядов раппорта. Получим 3,5 раппорта, мои хорошие. То есть 3 целых раппорта будем вязать с вами. 3 целых раппорта. И 15 получается рядов. Если 3,5. Вот так. То есть вот даже получается 14. А в 15, похоже, начнем с вами уже делать, закрывать петли выреза горловины. То есть я пишу, что вырез горловины переда у нас будет с вами
это 3,5 раппорта. 3,5 раппорта. Так, у нас по выкройке. Значит, мы вяжем с вами, глубина у нас выреза горловины по переду составляет 6 сантиметров, да? Ну, от плеча мы смотрим. Так, и вот смотрите, мои хорошие, я уже перед связала. Вот так, такое отличие у нас переда от спинки. Вот так это выглядит. То же самое я вязала один в один, как и спинку. На таком же расстоянии начала делать, закрывать петли проймы, да, вязала-вязала все один в один. И на высоте 3,5 раппортов, то есть 3 раппорта 16 рядов, я стала закрывать средние петли. Средние вот я закрыла 22, и потом последовательно закрывала в каждом втором ряду 3 петли справа-слева, 3 петли. Ну, в общем, вязал, естественно, делится, вот закрыли мы с вами средние петли, 22 петли, да, и затем вяжется отдельно одна половиночка и вторая половиночка. Присоединяется ниточка заново, видите, вот, и вяжется вторая. И здесь уже последовательно в каждом втором ряду я закрывала, смотрите, значит, первый раз 3 петли, второй раз опять 3 петли, 3-3, затем 2-2, вот. И пришла также к петлям плеча. Вот два плеча у нас по переду, да, они идентичны плечам спинки, один в один. Все, мои хорошие, вот таким образом связался у меня еще и перед. Теперь, что касается рукавчиков. На этом мы еще об этом не говорили. Один рукавчик я связала полностью. Вот он, а второй, вот он у меня пока в процессе. И я сейчас вам расскажу, сколько петелек я набирала на рукавчик и как я располагала узоры. Итак, на рукавчик для резиночки я набрала 42 петли и 5 сантиметров высоту связала резиночкой. Вот. И далее смотрите, как у меня попетельно распределились узоры. Значит, мне в последнем изнаночном ряду я добавила одну петлю, и узоры я уже вязала на 43 петельках. Так, и, значит, 2 у меня раппорта уместилось по 19 петель, между ними одна изнаночная. И для симметрии я добавила одну изнаночную справа, одну изнаночную слева. Вот, вот так у меня распределились узоры. Вот, видите, 2 раппорта у меня идут. И вот они у меня, значит, формируются в высоту, вяжу. Так, теперь что касается, сколько же нам по скосу прибавок делать, да? Вот я уже начала на втором рукавчике, а вот у меня по первому. Значит, я делаю, у меня всего будет прибавляться, мои хорошие, смотрите, вот 7 петель. В каждом 14 ряду я делаю прибавку справа и слева по одной петле. Вот. Значит, до вот этой линии оката у меня 96 рядов. И 7 петель я равномерно распределила. У меня получилось через интервал, через 14 рядов, в каждом 14 ряду делаю прибавки. Я вот даже расписала. Значит, первая прибавка у меня была в 14 ряду, вторая в 28, в 12. То есть я беру вот этот раппорт, да, и по нему определяю, сколько у меня прибавок, в каком ряду делать. Вот так я ориентировалась. Вот, значит, вот еще раз начинаю. 14, 28, 12, 26, 10, 24 и 8 ряд раппортов. Понятно это, да? Затем, когда у меня на спицах окажется 57 петель, я начинаю вязать окат рукавчика. Вот. Как делать прибавки, мои хорошие? Кто не понимает, кто, для кого это новинка? Сейчас я вам расскажу. Смотрите, все включенные
вот эти петли, которые я прибавила по скосу, у меня составляют изнаночную гладь. То есть я их включаю в изнаночную гладь. А два вот этих раппорта так у меня и идут по центру. Ажурный наш узор. Видите, да? Что касается прибавки, я делаю это вот таким образом. Смотрите, кромочную снимаю и прибавочку делаю вот сюда в протяжечку. Вот так. Вот так. Ну и вяжу далее, да? Вяжу далее по узору. Вяжу вот так лицевой ряд, прибавка, да? Потом, значит, дохожу до конца, переворачиваю, да, и с изнанки делаю тоже еще одну прибавку. То есть вот таким образом я делаю это симметрично и одновременно. Прибавка у меня. Принцип одновременности здесь очень важен, да, что и справа, и слева в одном ряду у нас обязательно нужно делать эти прибавки. Так, теперь что касается оката рукава. Вот смотрите, мои хорошие, окат рукава. Значит, вяжем высоту 96 рядов узором. 96 рядов узор у нас составляет. И начинаем формировать окат рукава. Вот. Давайте я вам скажу. 96 поделить на 30. Это 3 полных раппорта и еще... Смотрите, и еще 6 рядов. То есть вот здесь в 7-м ряду начинаем делать окат с вами рукава. Каким образом я это делала? Значит, первое, что я делала, убавки в каждом втором ряду, вот такие петли я убавляла. Запишите это где-то себе. Значит, вначале 5. 3 в каждом втором ряду, затем в каждом втором ряду 8 раз по одной петле я убавки делала, затем у меня идут убавки 2 петли, 3 петли, 3 петли, и в следующем втором ряду закрываю оставшиеся 9 петелек. Вот таким образом у меня делались убавки. Всего убавилось 57 петель. Вот, видите? Вот так выглядит мой окат. Так, это я вам рассказала. Сейчас второй рукавчик довязываем и собираем, будем делать сборку нашего изделия. Естественно, смотрите, этот рукав я уже его, значит, отпарила. Да? Он, видите, как уже выпрямился узор. А это у меня еще все пока в таком процессе вязальном, не расправленное полотно. Ну, конечно же, оно от пара горячего примет такое же красивое расправленное состояние, и мы с вами будем делать сборку. Так, ну давайте довязываем рукавчик. Так, мои хорошие, я уже все детали связала джемпера, и сейчас я вам буду показывать, как я собираю изделие в единое целое, да? Вот у меня спинка, вот у меня перед, вот у меня два рукавчика, вот, и в общем один я хорошо отпарила, да, второй плохо отпарила. Ну ничего, сейчас да отпарю. Так, и в общем, мои хорошие, начинаю я всегда с плеч, да, то есть вот так плечики накладываю друг к другу у меня лицом, да. Идет плечики такие маленькие у нас, и начинаю сшивать. Сейчас покажу вам, как я сшиваю. Я сшиваю швом назад иголка, и делаю я это таким образом. Узелки я не делаю, иголочку с ниточкой я вот так в краешек, и вот так ее оставляю, кончик я его потом заделываю и фиксирую иголочку для того, чтобы, в общем, вот так я зафиксировала, да? Дальше я делаю стежок. Вот так. Иголочка у меня идет назад. Вот ниточка, вот иголочка. И я его вот сюда
таким образом делаю стежок. Сделала стежок. Все, у нас эта ниточка мертвая. Мы ее так хорошо закрепили сзади. Это вот так выглядит. Опять иголочка у меня идет назад на стежок, на шаг, да? И снова я ее вот так делаю. Опять. И так далее. Вот такие стежки. Сзади у меня вот так она ложится, ниточка. И вот так я продолжаю до конца нашего плечика. Здесь я ниточку уже закрепляю узелком таким. Все. И отрезаю. Шов сделан. Также кончик оставляю, потом его заделывать будем. Аналогичным образом сшиваем второе плечико. Далее я всегда сшиваю бока спинки и перед соединяю. Вот таким образом. Также таким же швом. Знаете, когда лицевая гладь присутствует вот здесь, да, на узоре, я делаю по-другому. Я делаю такую крючком сшиваю, и у меня идет в край фабричный такой, прям фабричный шовчик. А в данном случае я буду пользоваться иголочкой, потому что изнаночная гладь мне нравится, как вот я делаю иголочкой шов. Так, то есть тут видите два разных приема. Также я, значит, иголочку не пользуюсь я узелками, да, все зафиксировать. Теперь резиночку тоже надо красиво здесь, чтобы она у нас красиво смотрелась, не сикоси-накоси. Поэтому тоже правильно соединить и сшиваем. Также назад иголочка у меня идет. Переходим на узорчик от резиночки и продолжаем сшивать уже узорчик. Все, я вам показала, так до конца делаем, до проймы. Итак, мои хорошие, при совмещении узоров важно, чтобы шов у нас, узорчик, да, соответствовали. Друг другу прикладываем спинку и перед, да, чтобы они друг другу соответствовали. Зеркально, вот так, симметрично было это красиво в узоре. Да. Здесь потом мы все отпарим, и будет красивый шов. Малозаметный по узору. Согласны со мной? Вы обязательно это учитывайте. И у резиночки тоже делайте вот так красиво, чтобы было. Видите? Теперь для рукавчиков у нас будет то же самое сейчас. Я сразу все люблю сшивать, не откладывать в долгий ящик. Да? То есть я беру, переворачиваю наш рукавчик лицом к лицу. Также от резиночки. Прикладываю вот так аккуратненько, беру нашу ниточку с иголочкой и таким же образом от резиночки боковой шов делаю. Все то же самое, мои хорошие. Рукавчики тоже так подготавливаю. И, в общем-то, все хорошо. Так, все затянули мы тут, все отлично. Смотрим, чтобы тут все было аккуратно. Никакие сопли нам не мешали. Так. И назад иголочкой вот так сшиваю, видите.
Также узорчики старайтесь совмещать, да, чтобы узор к узору шел, чтобы красиво было. И так далее сшиваем. Сейчас наша задача поднять петельки для горловины, по линии горловины, спереди и сзади, да, чтобы сделать планку, связать. Для этого я беру, значит, вот у меня 3,5 спицы, можно троечку взять. И, в общем, знаете, первую петлю обычно лучше крючочком вытаскивать. И смотрите, я начинаю вот с этого плеча, да, это вот у меня, значит, лицевая сторона переда, передо мной. И вот отсюда с плеча я, значит, делаю первую петельку. Скажем так, вот отсюда. Хорошо зацепим. Первую петельку сделала. Переснимаю я ее на спицы. И дальше вот таким образом завожу и вытягиваю петельку. Раз, два. Теперь с частотой с какой, смотрите. Ну, как-то вот так, мои хорошие. Никогда я не делаю каких-то расчетов определенных, там, сложных. Все как бы делаю на глазок, чтобы не было очень туго, чтобы не было... Вот так у меня получается, видите? Ну, какие тут можно сделать расчеты? Ну, ориентировочно 80-90 петель. И то ориентировочно. Так, тут же все равно будет сейчас резиночка у нас. Чтобы не очень туго и не очень свободно было. В общем, вот с такой периодичностью спицами я поднимаю петельки. Следующее, что мы с вами делаем сейчас. Значит, я посчитала петли, и мы сейчас уже с вами будем вязать резиночку 1 на 1. У меня 90 петель получилось, то есть по переду 50, и по спинке у меня получилось 40 петель набрано. И вяжем с вами резиночку 1 на 1, то есть смотрите, резиночку вяжем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы вяжем с вами, чередуем до конца, то есть, ну, круговое вязание. Вяжем по кругу, таким образом, резиночкой, на нужную нам высоту. Приблизительно высота будет 3 сантиметра. 3 сантиметра, вот таким образом. Я это показывать не буду, я вам покажу, как я петельки буду закрывать уже эластичным способом. Так, ну все, не буду вам дальше все это показывать, и так понятно, да? Вот так. Хотела бы вам показать, как я закрываю петли горловины. Смотрите, вот у нас горловиночка уже провязана, да? И начинаем закрывать петельки. Я это вот так делаю. Значит, обычным способом. Даже смешно показывать, честно говорю. Просто закрытие петель. Все. Вот так вот как-то, мои хорошие, я это делаю. Стараюсь, чтобы не перетянуть и не слишком свободно было. Вот такой вот получается у нас средний вариант. Ну и слишком разболтано тоже старайтесь вот эта петля, чтобы была, ну, не затянута уж слишком, но и не слишком такая. То есть я вот эту ниточку постоянно подтягиваю, видите? Вот видите, подтягиваю ее чуть-чуть.
всегда сдвигаю, чтобы не очень затягивать, и в то же время, чтобы не очень она была разболтана. Надо какого-то такого оптимального варианта достичь. Вот. Продолжаем. Вот таким образом закрылся у меня значит, моя резиночка. Вот так. Петелька одна осталась, да. Я сейчас ее крючочком аккуратно заделаю. Да? Вот таким образом. Ну и все, мои хорошие, собственно, я всегда вот так делаю. Не знаю, как вы. Я видела там разные другие способы, да. Ну, в общем, у меня вот такой способ. Все. Дальше заделываем. Уже более тонкий надо крючочек взять. На изнаночную сторону ниточку вытягиваем. Все. Так, это все мы заделываем потом, когда... Сейчас наша задача шить рукавчик. Это вот у нас по спинке получился так. Такой вот аккуратный вырез, да. И по лицу вот такой вот вырез получился. Теперь, чтобы вшить рукавчик, необходимо нам вывернуть наизнанку наше изделие. Так. И затем наш рукав вот так вот на лицо засунуть вот сюда. Вот таким образом. Получилось у нас с вами лицо к лицу. Сейчас мы с вами, я с помощью булавочек или иголочек специальных наживляем вот эти места, то есть серединку. Вот здесь два шва совмещаем и вверх. Выделяем целую серединку и совмещаем с линии плеча. Все. Вот таким образом и аккуратно я вот так вот буду сейчас вшивать наш рукав, втачивать. Давайте сейчас я схожу за булавками. Так, мои хорошие, найдена середина. Видите, да? Совместила я плечо. И отсюда начинаю. Здесь я ничего не стала фиксировать. Оно и так все хорошо. Вяжем. Назад иголка у меня. Ниточка запуталась. Так, вот таким образом я обычно сшиваю. Втачиваю рукавчик в пройму. Аккуратно распределяю его полотно рукава и выреза проймы. Так, мои хорошие, и в общем вот так у нас выглядит шов с изнанки. И давайте посмотрим, что получилось на лицо. На лицо посмотрим сейчас. Так, на лицо. И вот так он выглядит на лицо. Сейчас, конечно, все нужно отпарить красиво. Вот так. Вот так отпарим здесь сейчас эту линию, выгладим ее. И будет хорошо. Все ниточки, которые торчат, убираем, естественно. Второй рукавчик втачиваем. И наш джемперок полностью готов. Отпариваем все всякие. Вот горловину тоже отпарить нужно, соответственно, да? Согласитесь, вот здесь. Так, давайте продолжаем аналогично. Второй рукавчик втачиваем.
Итак, мои хорошие, закончил я работу над этим джемпером. Вот так теперь выглядит он у нас. Все здесь есть, и вырез горловиночки обработали сегодня, и рукавчики у меня оба втаченные оказались. Все хорошо, все красиво, мои хорошие. Вот, в общем, вязала я его в общей сложности на почти месяц, вот так, знаете, наскоками. Появлялось свободное время, да, и я его вязала. То есть я не сидела целыми днями, да, чтобы его связать. Так, если в реальности его вязать, ну, наверное, дня 4-5. Если так вот сесть, задаться целью, может, даже меньше. Можно и за 3 связать, наверное, если прям совсем там по 12 часов, да, вязать. Ну, в общем, не к этому я все веду разговор, мои хорошие. Я желаю вам удачи. Если вам понравился этот джемпер, пожалуйста, вяжите. Все у вас и схемы, и выкройка, и все мои, как бы, объяснения. Пыталась сделать попетельный мастер-класс. Боюсь, что мне теперь это уже, наверное, не удастся сделать. Такие попетельные прям с самого нуля. Чтобы прям сидеть и аж до набора петель показывать, как я набираю. Мне эта тема больше не интересна. Мне нравятся технические сложные узоры, да, и нравится создавать из них вот эти прекрасные джемпера. Джемпера, кофточки, кардиганчики. Вот. И поэтому, если буду я делать какие-то мастер-классы, то не повторять за кем-то, а придумывать свои собственные модельки. Вот. Ну, а так, мои хорошие, давайте с вами оставаться на связи. До новых встреч. И, в общем-то, буду вас пытаться радовать новыми мастер-классами.